Сотрудники госавтоинспекции Самары ежедневно изучают и контролируют ситуацию на дорогах. Особое внимание магистралям, где утром и вечером самые большие потоки транспорта. Нередко инспекторам приходится регулировать движение в ручном режиме. Самые проблемные перекрестки не остаются без внимания ГИБДД. А водителям, в свою очередь, нужно соблюдать правила дорожного движения, тогда и пробок будет значительно меньше. Запрещается выезжать на перекресток либо на пересечение проезжих частей дороги в случае образования затора, когда этот затор вынудит водителя остановиться и тем самым создать препятствие для движения транспортных средств в поперечном направлении. Каждый может попасть в ситуацию, когда приходится нарушать правила из-за поперечного или встречного потока. К примеру, нарушить запрет выезда на перекресток. В таком случае транспортное средство становится препятствием для других участников дорожного движения. Предсказать это заранее не всегда возможно, поэтому препятствием может стать даже самый опытный водитель. В таких ситуациях сначала необходимо пропустить встречный поток, который движется влево. Тогда получится упереться в хвост этой колонны и тоже проехать с ним, мешая остальным. Я как начинающий водитель, конечно, стараюсь оценивать ситуацию на дороге, сложившуюся, и стараюсь по возможности не создавать заторовых ситуаций, выезжая на перекрестке, втискиваясь в хвост пробки, не создавая заторовую ситуацию на дороге. Но кроме этих причин есть и сезонные факторы. Зимой, например, ситуация на дорогах становится сложнее. Дело в том, что коммунальным службам необходимо регулярно убирать снег с проезжих частей, тротуаров, подъездов и подходов к пешеходным переходам. Поэтому машины на обочинах дорог лучше не оставлять. Елена Чернявская, Константин Головин. События.